Уважаемый господин министр, хотел бы поздравить вас с наступающим священным праздником Урузайт и пожелать вам и всему братскому народу Азербайджана благополучия, мира и процветания. Пользуясь случаем, прошу передать мое теплое приветствие и наилучшие пожелания уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву. Кыргызская сторона придает важное значение взаимоотношениям с Азербайджанской республикой. Последние годы стали прорывными в истории двусторонних отношений. В 2022 году были проведены два визита на высшем уровне с интервалом между ними в 6 месяцев. Были урегулированы все вопросы, тормозящие развитие сотрудничества между двумя странами. Стороны установили уровень стратегического партнерства, создали межгосударственный совет, учредили Азербайджано-Кыргызский фонд развития, подписали соглашение о строительстве азербайджанской стороной пятизвездочного отеля на берегу озера Исык-Куль. Все это свидетельствует о том, что наши межгосударственные отношения развиваются весьма динамично и сейчас находятся на беспрецедентно высоком уровне. Мы этому очень рады, я сам лично очень рад. Уважаемый Джейхун Азизоглу, еще раз добро пожаловать в Кыргызстан. Пожалуйста, вам передаю слово. Глубоко уважаемый Садыр Нургажоевич, я хотел бы поблагодарить вас за эту возможность. Это высокая честь быть принятым с вашей стороны. У нас сегодня уже со вчерашнего дня мы находимся здесь. И сегодня прошли очень успешные переговоры с моим уважаемым другом и коллегой, министром иностранных дел. И мы делегациями прошлись по всей широкой повестке кыргызско-азербайджанских отношений. Я тоже, пользуясь случаем, хотел бы передать самый теплый привет и поздравления от президента Азербайджана Ильхам Гейдаровича Алиева вам. И мы в Азербайджане с нетерпением ждем вашего государственного визита. И сегодня значительная часть наших переговоров, она была посвящена именно вопросам подготовки к вашему визиту. Как человек, который регулярно посещает Кыргызстан, я каждый раз просто проезжая по улицам Кыргызстана, видя ту активность, каждый раз не бывает такого приезда, когда я бы не видел начала каких-то новых строек, начала каких-то новых проектов, которые являются олицетворением созидания, что является подтверждением того, что есть уверенность людей, есть уверенность бизнеса, есть уверенность инвесторов, а это подтверждение того, что управление в надежных руках, в стране стабильность, в стране предсказуемость и созданы хорошие условия. Давно такого места не было, поэтому мы очень внимательно у вас визит. Откроет новую страницу наших двусторонних отношений, хорошую возможность с вами обсудить наши дела. Вопросы. Мы просто ждем ближайшие дни. Поэтому я обсуждаю наши двусторонние вопросы. 31 год, что активный политический диалог, последний двусторонний переговор между главами. Хотел бы подчеркнуть, что мы высоко оценили текущий уровень двусторонних характеризующихся устойчивой степенью взаимодействия и приглашения и посетил официальным визитом и Азербайджанской республики. Информации, дамы и господа, в первую очередь я хотел бы от себя лично и от своих коллег
поблагодарить Жээнбека Молдокановича и всю кыргызскую сторону за традиционное гостеприимство и радушный прием, который мы почувствовали буквально с первых минут нашего нахождения на дружеской и братской кыргызской земле. Мы всегда придаем очень большое значение развитию и всестороннему расширению наших отношений между Азербайджанской республикой и Кыргызской республикой. Жээнбеком Молдокановичем мы стараемся использовать любую возможность для того, чтобы проводить динамичный обмен мнениями. Наш последний контакт был приблизительно месяц тому назад на полях Анталийского дипломатического форума. В целом, говоря и характеризуя отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном, можно с уверенностью сказать, что это отношения, имеющие древнюю историю между двумя народами с очень схожей судьбой, традициями, культурой, религией. И это отношения дружбы, отношения братства. Мы считаем, что тот уровень политического диалога, который сегодня существует между нашими странами, он очень важен. Особо хотел бы подчеркнуть очень высокий уровень диалога и личных отношений между нашими лидерами. Сегодня во время наших дискуссий было отмечено, что в прошлом году мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы у нас наработана очень серьезная нормативно-правовая база между нашими странами, но в ряду большого количества соглашений, документов, меморандумов, подписанных, особое значение имеет декларация о стратегическом партнерстве между нашими странами, которая была подписана 20 апреля 2022 года. Как уже отметил уважаемый Жээнбек Молдоканович, в ближайшее время ожидается государственный визит президента Кыргызской республики Садыра Нургоевича в Азербайджан. И в рамках данного визита планируется проведение второго межгосударственного совета. Сегодня в рамках обсуждения мы детально говорили и обсуждали уровень подготовки. Одним из важных направлений является увеличение и расширение нормативной базы между нашими странами. В настоящее время на рассмотрении сторон находится порядка 20 соглашений, из которых значительная часть уже согласована, финализирована. Какие-то из этих соглашений, они в высокой степени проработки. Ряд из них, по ряду из них, работы в настоящий момент продолжаются. Естественно, одной из тем дискуссии сегодня было то, чтобы команды, как с азербайджанской, так и с кыргызской стороны, уделили особое внимание завершению и финализации проработки документов в преддверии государственного визита. Мы сегодня с чувством удовлетворения отметили высокий уровень взаимоотношений и координации не только на двусторонней основе, но и в рамках международных организаций. Говоря о международных организациях, мы, естественно, имеем в первую очередь и Организацию Объединенных Наций, структуры и агентства ООН, организации тюркских государств, СНГ, организация исламского сотрудничества, организация экономического сотрудничества, СПЕКа и ряд других международных платформ, где действительно взаимодействие азербайджанской и кыргызской сторон можно назвать образцовыми. Идет полная координация, взаимная поддержка инициатив друг друга, и мы выступаем, как Жээнбек Молдоканович уже ответил, с одинаковых или схожих позиций. Сегодня в рамках обсуждений также было отмечено, что этот год, он будет также очень, календарь данного года очень интенсивный в плане значимости важных мероприятий, имеющих обоюдный интерес. По организации тюркских государств, уважаемый господин министр уже отметил, это и проведение в июле месяце неформального
саммита в городе Шуша и официального саммита в октябре месяце в городе Бишкек в Кыргызстане. Особое значение в данном году имеет проведение в Азербайджане 29-й сессии сторон конвенции по климатическим изменениям КОП-29, наряду с тем, что это, возможно, самое большое международное мероприятие, оно также представляет нам хорошую возможность взаимодействия и хорошую возможность в том числе озвучивания и проведения мероприятий, имеющих также важнейшее региональное значение. Сегодня была отмечена необходимость особого внимания. Также были проанализированы итоги предыдущих лет с точки зрения торгово-экономического взаимодействия между нашими странами. Была отмечена значительная роль межправкомиссии по экономическим вопросам, пятое заседание которой было проведено в прошлом году в городе Чолпан-Ата. Исполнение дорожных карт, которые были составлены по указанию наших лидеров, оно идет хорошими темпами. Результаты 2023 года показывают кратное увеличение относительно 2022 года. Первые два месяца 2024 года также очень хорошая динамика, но в абсолютных цифрах это 65 миллионов долларов в прошлом году, 20 миллионов долларов за первые два месяца 2024 года, хотя, как я сказал, в абсолютных цифрах это, то есть кратное увеличение, но в абсолютных цифрах это далеко не то, что мы можем считать пределом. Поэтому сегодня мы сошлись во мнении, что данный темп мы должны продолжать держать. И в ближайшее время, я думаю, что объем торгового оборота между нашими странами, он должен измеряться, ну, как минимум сотнями миллионов долларов, что является очень реалистичной оценкой ситуации. Сегодня большое значение было уделено, и мы проинформировали взаимно друг друга относительно тех работ, которые происходят на территории Кыргызстана, на территории Азербайджана по расширению возможностей транзитного, прохождения транзитного потока. Мы все наблюдаем большой интерес и необходимость в расширении возможностей срединного коридора и считаем, что Азербайджан и Кыргызстан также могут очень хорошо взаимодействовать в данной отрасли. Ряд направлений, таких как сельское хозяйство, предприятия по созданию предприятий в области продуктов питания, туристический сектор, транспорт мы уже отметили, цифровизация. Они являются очень перспективными направлениями взаимодействия между нашими сторонами. Причем, говоря о туризме, здесь мы имеем в виду и создание благоприятных условий для наших граждан, для того, чтобы посещать страны, увеличивать эти возможности. Но в то же время мы также отмечаем очень хорошие возможности. Уже существует очень позитивный пример, о котором Жээнбек Молдоканович сказал, о взаимных инвестициях. И первая такая инвестиция азербайджанской страны уже определена и работы начаты по строительству пятизвездочного отеля на берегу одного из красивейших озер мира, озера Иссык-Куль. Мы сегодня традиционно в наших отношениях особое место занимает гуманитарный блок. В данном случае мы имеем в виду и вопросы, связанные с образованием, наука, культура. С нетерпением ожидаем начала Дней культуры Кыргызстана в Азербайджане. В этом месяце считаем, что это традиция, которую, естественно, мы должны продолжать на обоюдной основе. В Азербайджане подготовительные работы уже завершены, и в рамках визита уважаемого господина президента Кыргызстана в Азербайджан будут открытие памятника, которое послужит, с одной стороны,
увековечению имени и памяти великого сына кыргызского народа, великого сына всего тюркского мира и человека, глубоко уважаемого и почитаемого в Азербайджане, Чингиза Айтматова. Мы с большой благодарностью также отметили сегодня высокий уровень проработки и готовности и инициативу кыргызской стороны по строительству школы. Это дар кыргызской стороны на освобожденных территориях в населенном пункте Хыдырлы Агдамского района на освобожденных территориях. Сегодня в рамках наших обсуждений я подробным образом проинформировал уважаемого коллегу, с одной стороны, о тех работах, которые осуществляются со стороны азербайджанского государства на освобожденных территориях. Для нас это является приоритетом номер один в скорейшие сроки осуществить вопросы реабилитации, реконструкции и создать условия для достойного, безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли. Мы очень горды тем, что этот процесс за короткий период времени уже дал значительные результаты. В этом году процесс возвращения вынужденных переселенцев, он приобретет более массовый характер, а первый этап, который завершится в 2026 году, подразумевает возврат более 140 тысяч вынужденных переселенцев на свои родные земли. В данном процессе, естественно, есть сложности. Самым большим вызовом является большое количество мин, которые были заложенные на этих территориях в течение 30 лет оккупации. Это направление, оно создает нам серьезнейшие вызовы. Хотел бы также проинформировать уважаемых коллег относительно того, что до сегодняшнего дня количество жертв, количество потерявших свои жизни и здоровье в результате взрыва мин на освобожденных территориях уже превысило 350 человек, подавляющее большинство из которых являются гражданскими лицами. Мы увеличиваем наши возможности, наш потенциал, очень тесно кооперируем с дружескими странами и с международными организациями для того, чтобы решать данные вопросы. Также подробным образом я проинформировал Жээнбека Молдакановича о ходе переговорного процесса по постконфликтному регулированию. Наша оценка ситуации заключается в том, что с учетом окончания процесса, с учетом того, что процессу оккупации наших земель был положен конец, сейчас в регионе существует благоприятная почва для переворачивания данной страницы и для заключения прочного долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией, которая, естественно, будет служить интересам не только наших стран, но и всего региона. При всем при этом, естественно, есть очень четкое понимание азербайджанской стороны, что долгосрочный мир и мирное соглашение, оно может быть основано только на принципах строжайшего соблюдения норм и принципов международного права, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. Причем происходить это должно не только на риторике, не только на уровне заявлений, но и четких, однозначных обязательств, которые армянская сторона должна будет принять и исполнять. Также в рамках наших обсуждений, как уже было отмечено, мы провели обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, по глобальным вопросам и пришли к выводу, что постоянная координация между нашими странами, между министерствами иностранных дел, она абсолютно полезна и необходимо, и мы условились, что в промежутках между нашими личными встречами также будут проводиться регулярные политические консультации между МИДами двух стран.
Я абсолютно уверен, что результаты сегодняшних переговоров между делегациями, те выводы, к которым мы пришли, те заметки, которые мы сегодня сделали, они послужат еще большему углублению наших взаимоотношений, к лучшему проработке тех документов и поручений, которые были даны нашими лидерами и будут служить во благо наших стран и народов. В завершении хотел еще раз поблагодарить Жээнбек Молдоканович лично вас и всю кыргызскую сторону за очень высокий уровень организации данных переговоров. Листы, представители средств массовой информации, уважаемые представители делегаций. Прежде всего, хотел бы выразить признательность министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхон Айсуглу Байрамову за что он принял мое приглашение и посетил официальным визитом Кыргызскую Республику. Сегодня мы с азербайджанским коллегой, господином Джейхон Айсуглу, провели содержательные переговоры в узком и расширенном форматах по всему спектру вопросов двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой, а также по отдельным региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес. С удовлетворением хотел бы отметить, что переговоры традиционно прошли в духе братства и дружбы, уважения и взаимопонимания, основанного на общности истории, культуры и языка двух наших народов. Хотел бы подчеркнуть, что мы высоко оценили текущий уровень двусторонних кыргызско-азербайджанских отношений, имеющих статус стратегического партнерства и характеризующихся устойчивой степенью взаимодействия как двусторонним, так и многосторонним форматом. Обе стороны демонстрируют стремление сторон углублять отношения стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой. Также наращивает политическое, торгово-экономическое, инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество между двумя странами. На переговорах были обсуждены предстоящие в текущем году двусторонние и многосторонние мероприятия на высшем и высоких уровнях. В частности, проведение второго заседания Межгосударственного совета Кыргызской Республики и Азербайджанской Республики, а также официального и неформального саммитов глав государств-членов Организация Тюркских государств, которые пройдут в этом году в Азербайджане неформальный саммит и основной саммит в Кыргызстане. Одной из центральных тем наших переговоров стало дальнейшее расширение кыргызско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционных сферах. В данном контексте были обсуждены вопросы, касающиеся деятельности Кыргызско-азербайджанского фонда развития. Особое внимание было уделено работе совместно Кыргызско-Азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству и рабочей группы на уровне заместителей министров экономики двух стран по увеличению объемов и расширению номенклатуры взаимной торговли и взаимной прямых инвестиций. С уважаемым министром Джейхон Айсуглу Байрамовым мы выразили готовность политически поддерживать, защищать и поощрять инвестиции в сферах, представляющих взаимный интерес. И здесь для совместной деятельности мы обозначили такие важные отрасли, как энергетика, информационно-коммуникационные технологии, зеленая экономика, гидроэнергетика, медицина, сельскохозяйство, двусторонние и транзитные перевозки и далее. В ходе переговоров были затронуты вопросы реализации проектов строительства инфраструктурных объектов, осуществляемых двумя странами на территориях Кыргызской Республики и Азербайджанской Республики. Были обсуждены перспективы взаимодействия двух стран в вопросах развития международных транзитных коридоров, проходящих через Центральную Азию и Южный Кавказ. Мы также обсудили вопросы кыргызско-азербайджанского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, проведение крупных культурных мероприятий в течение этого года.
Уважаемые журналисты, уважаемые дамы и господа, сегодня мы, естественно, обменялись мнениями по актуальным международным вопросам. Вызывает удовлетворение, что по многим из них наши позиции близки и совпадают. Хотел бы отметить, что Кыргызская республика выступает за скорейшее заключение мирного договора между Азербайджанской республикой и Республикой Армения и установление долгосрочного мира и стабильности в Южном Кавказе. Я поздравил свою коллегу с проведением в текущем году престижного мероприятия 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Уверены, что данное мероприятие будет проведено на высоком уровне. Кроме того, мы обсудили вопросы взаимодействия и совместных инициатив двух стран в рамках международных организаций и поддержки друг друга при выдвижении кандидатур в международные структуры. Мы намерены приложить усилия для расширения двусторонней договорно-правовой базы, в том числе на уровне регионов двух стран. В завершение хотел бы выразить уверенность, что сегодняшний визит моей коллеги Джейхуна Азиглу Байрамова послужит развитию дальнейшего сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном по укреплению дружбы, взаимопонимания между нашими братскими народами и откроет новые возможности для дальнейшего политического диалога. В ближайшее время мы планируем визит нашего президента, государственный визит нашего президента в Азербайджанскую республику. Эта тема была одним из главных наших переговоров, поэтому, уважаемый Джейхун Азизович, еще раз хотел бы вас поблагодарить за ваш успешный визит в Кыргызстан, за наши откровенные переговоры, обмен мнениями. Я хотел бы, чтобы ваш визит стал одним из важных вехой наших двусторонних отношений. Спасибо. Буга ачыгын айтып көчкөк, биздин президентибиз дагы жардам берди. Биз өзүбүз ушундай идеяны айтканбыз. Кудай буйруса Кыргызстандын тарыхында официально документально эми биринчи жол ушундай вакыт коюлат. Ал вакытка кимдер? Сиздердин Либойнун балдары кийин келе турган болсо, мына Чуагажы 12 жыл окуганбы, Чуагажыдай бол 12 жыл окуса, 12 жыл бекер болот. Экинчиси Египетте, Иорданияда, башка жакта биздин илим алып аткан балдарыбыз бар. Алар келген болсо дагы бул жакта айтат, кыргыздарда вакыт коюлган экен го дейт. Ошол жакта орун бош болсо ошол жака кете берет. Эми сиздерде бол бардык эле сразу келе албайт. Акчасы жоктор бар, бирок бекем намаз окуган айылда кичине эле акчасы бар эптеп чогуто албай жүргөн инсандар бар. Эми алар билет эле ала турган болсо, виза ала турган болсо бул жакта бекер кайсынса болот. Телефонго колл центрге чалат же смске жазат. Ушундай силерде Кыргызстанда бекер ушундай кыргыздар үчүн вакыт коюлган экен го, ошол жака жатайын деп келип карайт да 16 сентябрь бош эмес, 20 сентябрдан 30 сентябрга чейин ушул жака бекер жатып кетсеңиз болот деп. Вакыт деген ушул нерсе. Ошондойго биз азыр Кудай буйруса аракет кылып атабыз Кыргызстандын биринчи тарыхында. Бул жака президентибиз да жардам берип атат, аларыбыз документацияда бул жака көп нерсе бар экен да. Эми сиздер угуп каласыздарбы, Кыргызстанда баягы кыргыздар боюнча вакыт коюп кеткен экен, биздин ата бабаларыбыз келген экен, бекер мединадалар жашайт экен депчи. Андай укканыңыздардын бардыгы бул жакта кыргызстандардын эч кандай вакыты жок туганда. Бул жактагы Якупбей деген вакыт коюп кеткен, ал дагы бир убакытта Орто Азиядан да. Булар эми биз мурун немеде Орто Азияда биз Фергана тиги Кокон хандыгы жак бияк деген болго, Кокон хандыгына караганга байланыштуу бул жакта кагазга жазганда мага өз көзүм менен көрдүм да. 159 жыл болуптур ошол вакыт. Бул жазганда айткан Орто Азиядан келгендерге деген. Биздики документально эчтеке жок да. Бул Каримовдун убагында бул жака келгенге кичине проблема болгон, өзбектер места бош болгон, ошонун ордуна биздин кыргыздар бекер жатып турган.